Молдова 30 лет жила без четкого плана развития. Спустя десятилетиями мы проснулись без четкого плана возрождения промышленности, обновления и развития всех видов инфраструктуры, четкого планирования в сельском хозяйстве, перехода на новый этап развития систем здравоохранения и образования. Наша команда все эти месяцы, все эти дни работала над разработкой программных приоритетов, которые мы с вами должны донести до всех граждан страны. Первый пункт – это план модернизации Молдовы. Частью такого плана обязательно должна стать модернизация транспортной инфраструктуры, которая включала бы в себя возрождение железной дороги Молдовы и создание международного хаба на базе международного аэропорта Маркулешты. Финансовые средства должны выделяться всем селам и городам в зависимости от площади населенного пункта и численности его населения. Это даст всем городам и селам страны равные возможности для развития. Пока мы не восстановим систему контроля метрологии и контроль качества ГОСТ, у нас в стране не будет ни молока, ни мяса, ни других видов продукции. Мы привлечем лучших молдавских и зарубежных экспертов для разработки плана модернизации Молдовы, без которого будущее нашей страны невозможно. Блок Рената Усатова уверен в победе, верен народу Молдовы. Сила в правде. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде, а не в помятом кульке.